Было хорошо. И это письмо он присылает даже не родителям, а, допустим, председателю колхоза, директору завода Кирова. Это очень, как бы, в качестве поощрения, очень был такой положительный момент. То есть человек со службы приходил, он, оказывается, не просто там где-то там, как Максим Перепелинцев, он знает, где его фотографию понадобится. Направляет, да, я говорю, что это честно печатается, обязательно печатается. Очень важный момент, взыскание могут наложить, я не объяснял. Говорит, я объявили выбор, ты честно отличился, но выбор, его уже снять. Но тот человек, который тебе, еще добавишь.